Хей, hey, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Unworthy. Так, мы, короче, в какой-то химлаборатории, как я понял. Так, мы двигаемся вверх. Сокращение прути, я не знаю. А почему я наверх туда не пошел, я тоже не помню. Тут довольно сильные противники, вот что я только могу сказать. Так, что с этой стороны? Ладно, я поеду так. Теневая защита. А я думаю, что это за полосы такие? Теперь все ясно. Теперь мне все понятно. Головоломки, ребята. Ладно, головоломками, честно, не назовешь. Но глупостями тоже не назовешь. Не хочу проверять. Это как понимать? Так, душа. Понятненько. Еще ровненько. Для чего? Даже фиг его знает. Да, фиг его знает. Ага. Теперь я понял. Теперь я понял. А не сложно ли? Сложно. Блин, а как мне так теперь сделать? Оп. Так, отлично. Так. Угу. О, стойте, там что-то есть. Вау. Окей. Так. Что-то немножко не врубаюсь. Хорошо, делаем так. Стоять.
Можно, в принципе, и так, слушайте. Сейчас я так и попробую сделать. Типа сложно именно в тайминг ударить. Ну, как сложно. 50-50. Так. Оэр, рун. Иммунитет к токсику. Вот и все. У кого иммунитет к токсинам? У меня иммунитет к токсинам. Это что значит? Это значит, все зашибись. Мы можем купаться где? В речке. Ё-моё. Сложно. А что здесь у меня было? А-а-а. Даже так? Даже так. Окей. Yes. Мы можем отправиться в этот, в речечку. Если что. Можем отправиться в речку и там покупаться. Нам это позволено, потому что у нас сопротивление токсинам. Скажи, это понимаете, как ты хочешь. Ладно. 55 урона. 64 урона. Давай молот использовать. Окей, молот. Хорошо. Ну,
Как-то сложно. Довольно сложно. Нет, лучше алебарду. А, или нет? Да я что-то не врубаюсь. Я что-то вообще не врубаюсь. Как мне выиграть это место? То сначала для меня были сложны те деревья. То были сложны те деревья. Теперь для меня сложно вот это все. Теперь все это сложно. Для меня сложно понять, как мне забраться наверх. Я же наполовину... А, нет, показалось. Да, хилки уже не полностью восстанавливают мне ХП. Нет, 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 вниз, вниз, вниз. Ух. Все. Теперь все хорошо. Надеюсь, я не пожалею то, что сюда сел. Ну, пока что нет. Хоп. Изи. Костер. Лифт. Я слышу сердце. Мне плевать, у меня сопротивление. Ток, сюку. Фух, у меня сопротивление токсином. Так, подождите, это вода ж? А я разве не задыхаюсь? Теперь тоже не будет босса. Да. Че-че-че? Не пойму. Хотя... Мне бы хил. Но все так работает. Теперь все за счет платформы работает. Вот, допустим.
Не-не-не, тихо, не рискуем. Потом мне просто заново вот это все придется идти, я не хочу. Так. Сокращение пути я нашел. Сокращение пути. А, то есть он притягивает рандомного. Ой, это не сокращение, ни хера еще пути. Что я пробежал? Что-то я ту местность... То место пробежал. Ха-ха-ха. Не дотянулся до меня парнишка. Давай. Ну я его убью и потом пойду ниже. Мне нужно открыть вот этот поход. Тут же типа и тут закрыто, и тут закрыто. Давай, давай. Мне пипец хп у меня теперь много стало. Давай, 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 давай. Он сильный, я не хочу с ним драться. Они все сильные. Скажу так по секрету. Блин. Блин. Так. Ага. Так, эксперимент первый. Ну, нормально. Черношкер за мной не поехала. Поехала, значит, отлично. Так, а теперь будем возвращаться наверх. Теперь их двое. Молодец. Ну нахер. Ну нахер.
Да какого черта? Какого черта? Ты их призываешь, и он меня догоняет так быстро? Пипец. Знаете, как это сложно? Теперь мне нужно по другой тактике все делать. Нужно идти вместе с ним. В ту сторону. Он типа призыватель, это другой вид. Это... сильные противники. Пожалуйста, ну нет, ну за что, блядь? А вот если бы он меня не увидел, но я бы стрельнул. Сука. О. О. Крытый приход. Пиздец. Ведь понимаешь, что это жопа будет, если кто-то один из них нападет. Ну, с одним я справлюсь. Хотя его тоже можно обмануть. Это с двумя-то было бы тяжело. С одним-то можно и втихаря пройти. Вот и все. Ну а чтобы там... Хотя там навряд ли сохранялка. Так, тихо. Айтемы. Так, хорошо. Не-не, я, короче, не хочу рисковать. Я лучше сюда войду.
А этому отхилюсь. Сражусь с ним. Реликс, айтемы. Курочка, курочка. Надо было вырезать там, где, скорее всего, большие, потому что там побегушки просто. Походу босс, у меня 0 хила. Что это за херня? Почему я не могу допрыгнуть? Ладно, давай в эту сторону. Окей. Я понял. Слушайте, это страшно. Там черная душа. Там черная душа. Я не хочу. Я не хочу. Там босс, там босс, там босс, там босс. Походу это финальный босс. Может, нафиг надо? Типа он говорит, это последний путь, и в принципе я выберу с лимба. У меня такое чувство, что я не хочу отсюда уходить пока что. А я хочу немного прокачаться. У меня же этот есть. Так, стоять, туда, сюда. Как он называется? Сопротивление токсинам, поэтому мы сейчас пойдем под воду. Прокачка есть? Нету. Обидно. Да-да-да, река Стикс. Сердца, зачем сердца? Повешу их много здесь в игре. Неужели к боссу иду? Так, там какая-то херня.
Хрена себе. Серьезно, как эта херня? Ни хрена. Она херячит. Далеко я ухожу. Ладно, сюда. Это я сейчас вернусь. Нет, не вернусь. Да, это оно стоит. Или нет? Нет! Ух, не достало. Это оно. Тогда давайте я там допрыгну. Пипец, он ускоряется, мне страшно. Он ускоряется, мне страшно. Так. Вот вы здесь, вот, я не понимаю. А, да, все-таки здесь есть сокращение пути. Или нету? Снова же. Или есть. Или есть, или нету. Но мы в воде. Как бы так встать. Ух ты ж, ё-моё. Обосраться. Так, и теперь как мне так выбраться отсюда? И не сдохнуть. Зашибись. У меня теперь есть варианты? У меня выбора не было. Пиздец, как это тупо. А сколько же это тупо? Так, хорошо, давай тогда сразу поменяем. А я там был или нет? Не хочу узнавать, просто пойду дальше. Не-не, уходи, уходи. Я сейчас возьму молот, сломаю там проход.
Соус флейп. Я флягу еще подобрал. А я не спрыгнул. Ладно. Эх. Билл Шарт. И что он дает? Хер его знает, да? Как обычно. Сейчас бы знать, что дают предметы. Зашквар. Полный зашквар. Куда я лезу? А, все нормально. Правильно я лезу. Но он чисто по нижней области такой, поэтому он очень быстрый в воде. Довольно быстрый в воде. Я не понимаю, что мне дают. Шарт. Мне дали шарт. Там был этот. Лестничка, но я не понял, как ее спустить. Вот мои души. Здравствуйте. Здравствуйте. И куда это вообще дверь? И куда мне идти? Куда я тогда шел? Вот, я здесь. Здесь прохода больше нигде нет. Рано максимально. Там есть проход, блять. Вот опять. Зачем вы делаете проходы, которые нельзя войти?
нет. 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 Ну, типа, больше не знаю. Ну, в принципе, тогда везде побывали. Типа, есть до точки, в которую нельзя войти. Почему-то. Потому что. Ну, может, нельзя. Ладно, давайте, короче, я тогда сдохну. Хожу. И будем заканчивать. Я хочу просто вниз еще сюда вот слетать. Да, вот сюда вот. Посмотреть, что там. Я помню, мы какие-то еще пещеры с вами не прошли. Какие пещеры, я не помню. Поэтому сейчас лучший вариант это сдохнуть. О, давай. Изи. 4 удара, я труп. С моими хп то. С моими то хп. Там мы это сейчас быстро на самом деле посмотрим. Если там что есть, тогда в другой серии. Проверим. Почему у меня нету оружия, которое все равно ваншотит? Его просто нету у меня. Окей. Может, мне нужно чисто зачистить здесь это местность? Ну вот тоже не пойму. И типа, и да, и типа нет. Он же хайджи drink blood. Попить кровь мне нужно. Blood. First. I know what you mean, didn't. Blood, Halloween blood. You lady. Grim. Что мне еще есть blood? Frozen. Art. Я не понимаю, вот дверь. Ладно, давайте, короче, на этом закончу, нахер надо, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!